Обоблиговать. О, Шаткин, здорово. А утром все нормально, скачалось быстро. Здорово. Как ты угадал, что я на гитаре поиграл? А я слышал, как ты дернул. Да, пару каток сыграл, на гитаре поиграл. Дальше что можно сочинить? Когда на дно упал, пацанам его не показал. Натуре, йоу. Четко. Так темно просто, натуре. Отметь точку высадки для команды. Газ распространяется очень быстро. Перейдите в безопасную зону. Темную создаёт обстановку. Может какая-нибудь куда мы прыгаем вообще? Тарковщан какой-нибудь. Ну. Там двое себе. Да я знаю. Второй здесь. Еще один. Да. Я что-то жестко. Убил его? А, еще один там. Сзади подходит цель. Сзади цель подходит. Осторожненько. Я еще рано умираю. Сука. Сука. Если победишь здесь, вернешься на поле боя. Что это? Если проиграешь, тебе конец. Пора, солдат. Покажи. Охуенно, понял. Возвращайся. Просто не имею. Блин, как же круто с пулича. Просто зажимаешь одного, второго. Голова вообще не болит от перезарядки. Сука, не то, что в апексе зажимаешь, и все, нахуй. 18 патронов вылетает, до свидания. Кстати, я сегодня играл, нормально было. Вапекс? Не подвигал. А вот сейчас двоим вообще играть. Бэм, сутэк вот. Тут катается по нашей территории. Ты дерзкий пацан. Конечно. Ну давай до этого, да. Давай, быстренько до зоны и... Эй, постой, паровоз. Не ссать. Границы безопасной зоны спускаются. Да я в опене, ёпта. Жестко бежать. Да, игра сегодня лагает, что-то вообще жесть. Ваша основная задача уничтожить все цели. Да что, сука, не так, сука? Вернешься на поле. Блять, кулаки ебучие. Тебе конец. Кулаки, да? Угу. Пора, солдат. Слева бежит. Покажи им. Ты возвращаешься на фронт. Хорошая работа. Он так упал. Жесть какая-то была. Опа, за тебя. Готов? Красавчик. Да, осторожно. Готов? Готов. Заходи внутрь, да. Но они оба нокнули, слышишь? Мы в зоне. Оба нокнули? Да. Пластину сделал? Нет? Кидаю оглушающую. А, второй умер. Убил. Красава. Чё он? Всё, ёпта. Долетался. Ха-ха-ха, сука. Бля, вот это мне нравится. Такого в Апексе не будет никогда. Ну, может быть, конечно, будет когда-нибудь, но... Сучка, хотел тут полетать. Сука, я прям в вертушку залетел. О, арбалет. О, май. Девчонки, ну где же вы, девчонки? Девчонки. Где? Вон это. А, вижу, все. Да, вот он там был. В башку залетело, чувак, он нокнулся. Просто сидим, не палимся. Да блять! Живых оставалось чуть-чуть, меньше братан. 5 игроков. А, нихера!
Что за стол у него был? Бля, второе место, я понял. А что тебе за часики, коляс? Ладно, поздно. Ой, бля. Соболезно. Сука. Охуенно тяжелый бой был, блядь. Блядь, арбалеты. Вы серьезно? Убей противника или захвати цель. Алло. Убей. Возвращаешься на фронт. Хорошая работа. Сука, вы заклинило. Над нами вражеский попула. Над нами вражеский... Пиздец. Нихуя! А что это было? Бля, коляс. Если что, сорян. Да, проще Майнкрафт. Ой, Майнкрафт, сука. Вы с Гризли уже понимаете, меня Майнкрафтом зазомбировали. Не, в этот поиграть, в какого? В форточку. Вот приходишь к Калтрону проситься поиграть, скажешь, 10 рублей, я играю с вами катку. Все, и изи бабки пошли, просмотры пошли, все пошло. Понял? Блять, почему когда только начинаешь сливать бабки в игру, она, сука, начинает безбожно лагать? Я вот не понимаю. Я играл в нее, я не помышлял о том, чтобы закинуть в нее бабок. Ничего, ну, типа, все было ок. Сука, только я решил купить батл пасики, что ты думаешь, поддержать разработчиков? Да, блядь, поддержал разработчиков. Разработчики, спасибо, Дмитрий, иди нахуй, вот тебе лагов, блядь, держи. Ну, прикольно, темный этот. На вертике даже раскраски, нифига себе. Вот таких я видел чуваков сегодня. Ну, так еще никак видел, я их расстреливал. БТР, ля. Ля, БТР. А БТР здесь где, подожди. А эти пушки где? Ладно. Ладно, все, пацаны, пошел. Всем хорошего вечера. 14:02 было, по-моему, да? Охереть. Ладно, все. Даже не буду об этом больше говорить. Пойду в Fortnite обновлю.